Пятница, ребятки, решил перегнать морчка и миностика в овощехранилище. Сел, прогрел, включил пан. Тут телеметры, там все показывает. А здесь смотрите кто. Никота, впереди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого, полетели, третью колю. Ой-ой-ой, кто ж так заносит-то? Зима ж, лето, резина, алло. Всем доброй ночи или вечера, не знаю, погодка у нас сегодня такая, идет снег, видите, все машинки под снегом. Ах, буквально... Сегодня была тренировка, но уже все засыпало. Так, а в боксе у нас идет движуха такая. Как обычно, жига. Уже ворота. Ну, немного по сравнению с ними. Сильвия все висит. Но у нас все силы брошены на наш Марк 2 боевичок. Как видите, у него... мы его забрали недавно с Киломару, с каркаса. И сейчас у нас предстоит задача подготовить его к СДЧ. Пока он в таком неказистом виде, естественно, все разобрано. Здесь первый J на G25-660. У него примерно 500 сил. На герсете он, на блокировке. Ну, в общем, машинка нормальная. Помчит. Ну и...